А у этот есть на хп? Иди сюда. На хп кончилось. На хп обмен войду. Так, сейчас масло возьму. А нахуя тебе на хп? Тебе саппорт надо. Нахера мне саппорт? Духов хлопать. Потом там выпью. Блять, ебать. Ща убьем, пацан. Давайте нахуй, играйте лучше, блять. Бля, КД на Геру. Сколько? Минута. Значит, на второй минуту, да, что? Значит, на второй наш. Пробегаем. Прибежали. Минута нормально, через минуту просто нажмешь все. Ну да, нажмешь, короче. Да. Окей. Быстрее до 70 доведем. Чума с ловушкой одновременно смотрим. Пробегаем. Вон, шел эфир. Вот смотрите, вот я встал, да, лицом на край, и вы за спиной лича должны стоять. Не спереди, вот там, где водолаки, блядь. Ловушка. Вот, а чё они на меня бегают? Не знаю. Пиздец, не успел. Улетел. Прыгайте. Можно КП начать хуярить за эту хуйню, а то мы так долго будем сидеть здесь. Давай по соточке нахуй. А то что вы думаете, типа в 25 гер придем без опыта и будем там просто, блядь, ну, надеяться на чудо на какое-то или на чё? Или, может быть, шемов 20 штук собрать, и тогда может убьем. Не, я не знаю, вы, может, считаете, что это весело, хуй знаем, блядь, вот каждый раз нахуй то наперед забежать, блядь, то не выбежать, блядь, ну, я не знаю, мне вот нихуя вообще не весело, честно. Я думал, блядь, мы его сейчас уже добьем, блядь, и я пойду просто там посижу там лучше. Шектор, какого хуя, блядь? Да я пятку зацепил, сзади него был. И я надеюсь, ты не троллишь? Это... Нет, я не троллил. Ну, не успел, блядь, ну, пяткой зацепил. Вы ебанулись, блядь. Пиздец, нахуй. Нет слов, нахуй. Так что сзади лича стоять не вариант. Лучше в тебе стоять. В личе надо стоять. Да, вот тогда успеваешь. Сзади это где? Вот зад у тебя лича где? Ну, за плащом. Ну вот, этот плащ, этот плащ смотрит на этого, на рарника. Что если ты ловушку там разлил... Ты и бежишь сразу к рарнику, ты ближе находишься. Ты просто смотри, кем он стоит, он же не в одной точке стоит. Вот на кого разлилось, он чуть дальше тебя стоял. На ход нашего движения не надо вставать. Все остальное... А я, получается, в начале круга стоял, и мне через всю лужу надо было пробежать, считай. Я вот Надо реагировать быстрее, надо смотреть сразу, где ловушка. Там же человек и пишется черными буквами, нахуй, белыми по черному, сука, написано. Но тело, ну вот, ловушка на мне, блядь. Смотреть за другими, где кто стоит. Конечно надо, блядь, вы чё? Ебать, нихуя себе. Вы думаете, я тут за ручку вас буду водить, блядь, как в комнате? Да и так уже в напряге сидишь, что-то хилишь. Давайте уже, нахуй, расслабьтесь и напрягитесь еще раз, только нормально, блядь, как первый трай. Да это заебало, эта хуйня, это уже пиздец. Пока мы все навеселимся, блядь, по одному. Я понимаю, что это уже это дизмораль идет, как бы. Лучшие трои уже были. Сделайте сейчас нормально, блядь. Это должно само собой быть. Руки трясутся, блядь, потому что я нахуй. Ну, хуй, блядь. У меня писюн трясется уже, блядь. Бывает. Такую хуйню, блядь. Мандраж начался, да? Мы даруем тебе быструю смерть. Я займался уже одно и то делать, блядь. Истерию дал. Горн дал, блядь. Таун, ТЛПшка. Эффект дежавю? Да ебать, эффект хуйни какой-то, нахуй. Так знаешь, как в Ведьмаке зелий дохуя выпил и ебало такое все в прожилках, блядь. А, ну да, есть такое. О, берите камни, нахуй, будете в комнате жрать, блядь. Это скажи людям, которые бегают по сервакам Сируса все время. Дебилы, блядь. Нахуй на X5 вообще приходите с этой категории, блядь, пиздец. Да будет так. Герои... Делать нехуй, блядь, еще категории качать. 4, 3, 2, 1.
И в одного рукава бандита играет, да? Я в одного рукава БДК играю сейчас, блин. Просто одной рукой все исполняю. Лушка, секунда. Че, масло лушкой сейчас будет одновременно? То, что я провожу лича, вы на меня не смотрите. А, ну ладно, пробегайте. Лучше дальше пробегите, чем ловушки стоят. И сейчас вот, когда мы встали уже, типа, вот, все нормально стоим. Все, и вот так вот стали. Метров 10 от ловушечки, и все, и никто никогда не взорвется. Ловушка с чумой одновременно скоро будет. Готовимся. Пробегаем. Чуму смотрим сейчас на ком. На Хэла. Рано. Кто рано здесь понял? Биг дэм, биг дэм, биг дэм. Низ, нет. Вынес, да, к широколям. Смотрите внимательно, пробегаем. Если не вынесете, то они на маленьких будут. Потом искать еще на каком чума, блядь. Пиздец. Вон широкарь у нас. Новый. Он нормальный. Ловушка 3, чума 4. Пробегаем. Чума секунда, смотрим. Так, кто там Шектор? Блять, заебал, мудак кастует, стоит. Немножко вот так. Ай, ебаный дичь, да. Ловушка секунда, пробегаем. Ловушка 3, чума 5. Пробегаем. Чума 2 секунды. После вордалаков, наверное. Чума. Шектор не рейди, что ли, или чё? В рейде чума была на маленьких. А, он ушел уже. Ну вот смотри, на каких маленьких. Я не ебу на каких. Даже искать надо, нахуй. Вон она, блять. На вордалаке в рейде я увидел ее. Вот луна на нем стоит, нахуй. Забери. Ну забери, рарник, быстрее, ну. Сейчас она появится на рейде. Слава богу, блядь. А, сферу убейте, я мою улечу. Не ссы. Пиздец, крейзи, блядь. Крейзи рейд. Ебал такие рейды, блядь. А вы говорите, хули ты, Войд, не ходишь десятку? Чтобы вот эту залупу не наблюдать, блядь. Забери. Забирай просто ауру. Просто ауру забери. Давай кандиты, блядь. Центр, центр, центр. Кличу, уважаемый ПСА. Кто там на краю стоит? Никто не стоит? Кличу быстрее, Валька, блядь, дольше будет до края нести, убить успеем. Бьем Вальку. Ой, Вальке больше дамага, нахуй, будьте бить ее, блядь. Скринение 3 секунды, ушли из-под Вальки, из центра тоже. Скринение на мне, заебись. Это был гайд, как выносить искринение, блядь. Теперь будет лужа одновременно с Валькой. Встаем на полукруг. От глыбы до осквернения. Милики по команде центра уйдете. Секунду за 3 до осквернения. Подготовимся. Валька 5 секунд. Осквернение 3 секунды. Так. Все, Валька хватает. Вышли с центра, ушли с центра. Все, Вальку, все Вальку бить. Где она? А, вот она. Бьем. Ауешим. Теперь с центра уходим, не заходим пока что. Сначала разольем лужу через 7 секунд, потом вернемся к звезде.
Вы просто увидите, лужи раздеваются, на ком сразу бежите звезде, без всяких вопросов. Туда пойдет лич. Сохранение секунда. Вот, возвращаемся. Ну ебаный ты и шаг, блять. Сука, идем в сторону треугольника будем лететь. Сюда, к личу, встаньте за спину, сука. Перейдите сюда, Эрдру, сюда перейдите. Вот, Вальку бьем. Пиздец ты, Шектор, нахуй. Ну нахуй ты так бегаешь? Ты за круг выноси, а не в круг, блять. Я охуел, конечно, блять. Я вот по кольцу бегаю. Надо за кольцо, а ты понес на меня, блять, в центр. Короче, ладно. Осквернение, осквернение. Осквернение, секунда, выходим. С центра уйдите. Вот. Возвращаемся к личу. К личу возвращаемся. Ты просто ауру заберешь? Скоро вперед. У тебя откатится она, блядь, 200 раз до, 3, до второй фазы перехода. Я забрал. Давайте хуярим. После этой вальки будем переводить уже. Сейчас Валька схватит через 2 секунды, без скринения 5 секунд. Валька хватает и уходим сразу из-под нее. С центра уходим. С центра ушли. Оскорнение сначала разливаем. Оскорнение. И пошли Вальку бить на ту сторону. Вальку бьем, Вальку бьем. И тут же переводить будем. Прохильте, ебать, прохильте, сука. Вы чё там? Всё, переводим. Бежал. Значит, на край подходим. Сейчас захилимся. Оскорнение 7 секунд и 2%. Оскорнение туда, к центру ближе. И все люди на переходке ближе сюда. Только, сука, сейчас везде там в центре не стойте. 0.5%. На край пошли. 0.1%. Он уже и бежит на край. На край бежим. К нам беги, дерево. К нам. Дубовую нажми. Дубовую. Быстрее, массейв. Сука. Зыбку дал. Потому что незыбка откатилась. Все, первый, третий. Первый, третий мой. На всякий ким сдал. Там просто незыбка еще была, вообще фул хп у всех. Бля, я тоже отдал. Да, и я отдал, бля. Нормально. Дальше хуйня. Сферы вот эти помогайте только бить. Второй и четвертый твой. Смотри, блин, 3 лпшки следующего духа. 4. Вот этого духа побольше дайте. Того духа пока не трогайте, пусть огромный не наберет. Сейчас сферы. Сферы все свичнули, все свичнули сферы. Подъебало духа не бежать. Все, комната готовит, все этого добили нормально. Все, звездочку собираемся. Бежим, бежим, Хэлла. У 25-ки, конечно, побольше бомб, духов. Он на нас дух летит один. Дал ему оковы. Сюда находим. Вот еще дух летит. Выход секунда. Не забывайте оскорнение. 2 секунды выход. Готовимся. Оскорнение разбегаемся. Так. Ну давай, видите? Надо вместе их ставить, чтобы били-то и то, блин. Геру, Геру. КД. Нет, еще КД. После комнаты уже. Будет осквернение, короче, сейчас потихоньку начну двигать его на полукруг. Осквернение 5 секунд, готовьтесь выносить. Немножко разряженно встаньте. Потом духов он позовет. Вот осквернение. Нормально, и все, иди к нам. Тут позовет духов. И пойдем в комнату. Вот духи. Немножко к звезде подбежим. Отличаю. Все, комната через 3 секунды. Уводи, он там где-то заведет. Уже дальше. Вот сейчас комната, все.
А духов идешь потом? Звездочку собираемся, идем вместе на портал. Духи на нас прям летят. Не забывайте о спирнении. И секунды выход, сразу разбегаемся. Только разбегаемся. С этого спирнения отходим. И идем к глыбе. К глыбе идем. Духи спускаются через дверь. Геру, дайте. Давайте Геру фул ДПС. Так, дал мне жнец. Да, да, этот истерик. Дал. Похлопал, да? Нормально. Да, в бабле он хлопал. Так, осквернение 5 секунд пишет. Что после коста, наверное. Уже заранее хилы можете начать бежать. Для миликов помедленнее веду. Все, идем, идем, залечем. Залечем, залечем, двигаемся. Портал. Короче, мне надо будет хилить сейчас. Да, он не забыл. Уйдите дальше, дальше уйдите. Я похлопаю немножко, пропусти мне парочку. Пропусти парочку. Бля, один остался. Все плохо. Всю комнату играем. Собираемся звездочкой, уже на портале. Сюда подбегаем. Идем. Что сейф отдал? Да тут сейф только на тот момент, когда уверен точно, что бомба по рейду ударит, а так не надо. Ну там вначале просели, я видел. Духи, смотрите, много духов летит, повернитесь, убейте их. Они долетят, 30 тысяч хлопнут, как на леди дух. Пробегаем далеко вот сюда, от этой бомбы. Вот здесь уже не заденет. Разбежать. Секунда, выход. Оскорнение, разбегаемся. А где духи, кстати, нету? А, ладно. Так, готовимся идти. Да, вот панцирь. Все, 1% добивайте. А, блядь. Пиздец. Изи, да, пацаны? Да, блядь, то его нехуй бить, ебать. А вот что, блядь, пришел и все получилось, да, получается? Ну, блядь, так он вылетал, наверное, сколько? Один раз вылетел в комнате, нахуй, лич вырос в берсу, это у нас 50к не добили. Если бы он не вылетел, то был бы килл. Это все некромантика, он пришел и затащил нам катку. Так, а сколько с некромантикой? В комнате также вылетим тоже. Ну, ну все, нахуй, понятно. Обоих нельзя брать, нахуй, я понял. Черный список, да. А прикинь, в 25-ке как? Прикинь, в 25-ке там таких некромантик, нахуй, 10 человек у рейди будет. Ну, притонов, в смысле. Один вылетел, второй вылетел, нахуй. Будем прыгать, нахуй, с обрыва, блядь, по КД, блядь. Ой, блядь. А кстати, там же тоже счетчик, да, будет? Слышишь, по... Попросим счетчик сразу 250 попыток сделать. Сразу. Это, ну я, короче, так, для справки, блядь. Я там две пухи забрал, сейчас я еще и слича заберу, блядь. Так, пуху. Пуху давай сюда. Ну, по-моему, там хорошо. На кастера упадет. Наконец-то сбывать. Да, кинжальчик. Я за Халиона ставлю. Шалфир, у тебя какой посох? Вечный холод. Это ГШ-ный дерьма. ПСа надо. ПСа, да? ПСа, да? А ПСа в чем одет? ПСа. Что, вы за не выпили, что ли, посохи? Да, он еще не упали, уже лук делит. Дерьмо. Он заебал, у нас 4-й КД, за, он падает. 4-й КД. А его и нету. Посох, блядь. Говна насыпало, нам, блин. Че там? Посох. О! Вот, хантовской выпал. Пуха танковская. А два кина не взяли?
Ну вот это будет получше, чем в стратегашке. Вот эту пуху дай мне. Какую? Ветвь? Дай мне. Ветка, да? Защита, парирование, уклонение. Топорик, топорик. А на кого? На хулидринка? Да. Так, хулидринг тебе на танка. Кот тебе на кота, да? Да, забирай. Ну и завоеватель. Ну это что, мы в РФ-ку идем? Шектору нахуй. Ну, ебать, если вы типа скажете, да я не хочу нахуй, ну идите нахуй тогда, блядь. 25-ку придете, я там по 300 гп начну хуярить. Все, пошли в РФ-ку. Так, а ЕП-шку за первый килл? Да, кстати. После РС-ки. Сейчас отойду на 5 минут. А, давайте 5 минут перекура. Да, курить. Ой, Слава. А можно я проверю, или Халян стоит на 10 герц, чтобы трэш не бить, если что? А, ну проверь. 250 это меньше, чем за приход вовремя просто. Ну да. Так, чисто время.